Всем привет! Сегодня мы приглашаем вас поговорить с лануденцами на иностранных языках. И в этом нам поможет выпускница англо-китайского отделения Иньяза Жанна. Представим, что мы, туристы из Китая, совершенно не говорим по-русски. Нам очень хочется познакомиться с городом. Посмотрим, насколько хорошо мы сможем найти общий язык и получить нужную нам информацию. Let's go! Доба! Do you speak English? Алиса. Hello. Hello. Do you speak English? The Soviet Square. Yeah. No. No. Okay. Thank you. Извините, мы не знаем английский. Excuse me. Do you speak English? Where is the Soviet Square? Блин. Рот. Okay. Прямо по-английски. В общем, там. Oh, freut mich sehr, dass Sie Deutsch sprechen. Ich unterrichte sogar Deutsch an der Universität. Ja, am Lehrstuhl für Deutsch. Also, gehen Sie ganz, das ist ganz einfach. Gehen Sie diese Straße entlang, da 100 Meter, und da erreichen Sie den Sowjetplatz. Ja, klar? Okay. Alles klar? Danke schön. Ja, bitte. Thank you. Ja, tschüss. 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 No? Понимаю. Okay, thank you. Google-переводчик. It's this way. You just go straight past this arc and on the right side. Вам просто туда надо. Да. Прямо. Go straight. За нами идите. 我们来自内蒙古. 真的假的? 真的。 我也是内蒙古的呀。 啊, 是吗? 我听你们口音有点不一样呀。 那个人吗? 那个哥们儿开玩笑, 你是Frank, 你看看。 Your English is really, really good. Yeah, I study in Korean University and we have all English education, so... Okay. But it was so long time. Then you just cross the toy in the fairness. Yeah. Okay. 就是完全之后你们就到我了，你们就砍大的头就到我了，是那个砍到那个大的猎鹰头，是吗？对，这就是猎鹰。那个哥们儿开玩笑，你是Frank，你看看。 Your English is really, really good. Yeah, I'm studying Korean University and we have all English education, so... Okay. But it was so long time. Then you just cross the toy in the fairness. Yeah. Okay. 就是完全之后你们就到我了，你们就砍大的头就到我了，是那个砍到那个大的猎鹰头，是吗？对，这就是猎鹰。 А теперь викторина, ее суть очень проста. Человек вытягивает бумажку с английским словом и отгадывает его смысл. Но в этом кроется небольшой подвох в виде межязыковых амонимов. Ну, например, magazine. Казалось бы, ведь это наш родной русский магазин. Но что-то мне подсказывает, что это далеко не так. Интеллигентный, наверное. Интеллигентный, почти, right. Почти. А, плохо, молодой. Майор, с подвохом, молодой. Мы думали, бурятский. Так, окей, по-бурятски сможете сказать, как будет интеллигентный майор? Интеллигентный майор, интеллигентный майор. Хорошо, Жанна, давайте им по две шоколадки. Бриллиант? Бриллиант. Ага, как переводится? Мария! Мария! А все, стоп. Хочется прочитать как кабинет. Ну вы же знаете, что это слово с подвохом. И это далеко не тот кабинет, о котором вы думаете. Вот бриллиант было намного... легче, чем... Почему не на бурятском? Я могу на бурятском. Ну, если сможете, можете на бурятском. Магазин, типа газеты же, да, нет? Или магазин все-таки? Нет. Газеты же вроде, да? Газет, журнал. Так, ваш вердикт? Это какой-то офисный предмет. Это явно не кондуктор. Что это может быть? Я не знаю. Давайте еще три. Раз. Это может быть. Три. Ваш ответ. Не имеем представления. Но это явно не кондуктор. И ваш ответ? Камера. Нет, к сожалению, это фотоаппарат. В Улан-Удэ язык знает, но как минимум люди изо всех сил пытаются помочь иностранцам. Что оправдывает девиз республики «Гостеприимная Бурятия»? Изучайте иностранные языки, будьте открыты миру, и, возможно, именно вы поможете иностранцам. Дзяйо, дзяйден. Бай-бай.